Да. Я ему вообще, знаешь, таким тоном, что типа... Вообще ничего не слышала. Ты слушай, я реально думаю, так тихонечко с ним. Так, ну я поехала. Давайте, счастливо. Так, ну, заведешь меня? Ты тоже едешь? Нет, ну да. Ну ты едешь? Ну тогда да, тогда. Забирай. Ведь есть с тобой выбор. Я просто очень боюсь не успеть. Ты посмотри, во сколько поздно ты едешь. Я знаю, куда вот. Не знаю, много дешевле. Ну смотри, может и там закрыт. Сейчас 4, начало пятого. 4 с чем-то. 20 минут пятого. Она в 5 выходит из Белянского. Сейчас я посмотрю, сколько нам дадут. Это же девочка. Она только-только в 5 с Белянского выходит. Ну нормально же. Это, она с тобой и выгоднее, чтобы не ты свое все забрала, что там вот было? Да. Ты главное не забудь, что ездила, Нейтан. Нейтан. С переднего сиденья не забудь забрать. Ну, примерно полтора часа. Долбанные электрички. Ну да. Если бы я, ну, это, головой махнула, не вернулась обратно, то это...